Подмосковная Балашиха сегодня чуть не повторила судьбу Атлантиды. Город начал тонуть под проливным дождем. Наши гражданские репортеры прислали нам видео этого потопа. Людям приходилось бродить по колено в воде, а машина затопила и вовсе по самые окна. Слышала, что начался дождь, постепенно повышался уровень. Сначала были скрыты номера, потом фары. Ну, а потом уже сказали, что бесполезно ее заводить. Все свечи мокрые, поэтому даже сейчас на солнце нельзя выгнать, чтобы она просушилась. Вот сушим с открытыми дверями, не знаю, сколько тут часов придется стоять. И вот местные жители теперь как могут справляются с последствиями разгула стихии. Им не привыкать. Такая картина повторяется постоянно. Уже в администрацию жаловались на состояние ливневки. Но пока все без толку. Мне важно, чтобы наши структуры, ну вот управляющая компания, да, они уже в свою очередь из этого урока извлекли свои какие-то выводы, да. Вот, еще у нас эта проблема, по идее, национальная.